Галина Павловна, здравствуйте. Чем вы занимаетесь? Так, короче, я готовлю салатик. Очень простой. Салатик, быстрый салатик покушать. Значит, у меня тут головка лука маленькая накрушена. Ага. Просто покрошила я и ничем не заливала, ничем не уксусом. Чем... Здесь у меня оставался зеленый горошек. Тоже туда его добавила. Сейчас вот два кусочка мяса свининки там у меня на бульоне я сварила. Тут капустный, а этот вот два кусочка я сейчас сюда же их добавлю. Здесь у меня картошка отварная, морковка и огурцы, и масло растительное. Все. Соли я не буду добавлять, потому что огурцы соленые, кому надо подсолик. Да. В общем, вот такой вот, такой салатик. Быстренький, легкий. А сыночка пока занимается делами. Владимир Васильевич тоже. Ага, сидит. Буська, кстати, там в досках караулит мышку. Она с самого утра сидит, ага. Угу. Смотрит, подбегает под доски. Пусть бегает. Я молока налила. Черепушку. Сидит. Сейчас настолько красный салатик на работу. Конечно. Кушать уже. Пойдет. Я разобьела сейчас тупик, там еще на чашечку тупика. Так хорошо тут тупиками. О, сейчас мы быстренько тут. Нашинкуем. Осторожно. Да что ты будешь делать? Что-то толстая комарка я сейчас режу. Ну это я брала эти, как их называют? Стыки. Я там коточки маленькие. Я их еще давно творила с чем-то там, а это куточка. Стали сближали. Вот. Что курицу я не хотела, я ее уже это там мякоть резала. Как могла. И там коточки эти курицы. Ну там, короче, вот это вот все. У меня там капуста и тижа. Только потушу. А это я делаю. Называемая мятка. Вот чебурики. Наделаю. Так, что у меня дальше? Морковка. Морковка отварная. Да. Сметана или майонез пойдет? А? Сметана или майонез пойдет? Не войдет, наверное, все в эту миску? Да все войдет. Как не войдет-то? Все войдет. Нет, с маслом. Можно сюда, конечно, перец. Не буду я никакой перец. Потом даже целить не буду. Просто вот это все сюда накрашу и перемешаю. Масло добавлю. Вот такое. И вот такое у нас будет. Обыкновенный, простенький салатик. Все. Короче, все, что есть, у меня в холодильнике. Я это... Тут даже... Ташика. Ташика заливает. Оба. Туда же. Так. Ну что, карта фана. А я эти... Можно прицелить маленько капельку. Соль достать? Ага. А можешь вот ложка есть маленько, чуть-чуть прицелить. Я тебе доверяю. Чуть-чуть. Аля сушка. Когда мокрая. Ну, чисто сухую достань это. Я горошек у меня оставался на маленькие баночки покупать, потому что на раз у меня много сильно баночки эти, а два раза. Пойдет? Пойдет, хватит. Давай выделю, а то будет перец. Хватит. Вообще-то картошка тут, морковка. Так. Оба! Картоха. Должно все войти. Сколько и войдет, по-моему, перемешать. Да все войдет.
Те курты я почистила. Они в последнюю очередь они. Ой, надо было туда мне накрошить их, чтобы они сок это, сок. Вчера яблочки открыли первые. Такая вкуснятина. Они не яблочки, это нектарины. Я говорю, надо было. Вкусно, вкусно, вкусно. Первые вот эти вот, которые вкусно нектарины. Они на вид тут не здраченькие, они, я думала, вообще они это зеленые. Они оказываются такие вкусные, а это другие какие-то были. И вот здесь решил сделать там. Я говорю, давай съедим. Вкуснятина получилась. Ну, вкуснятина-то вкуснятина, но получилась брага у меня. Ты выдала все секреты. Ну, а что? Ну, что тут особенного? Я говорю, лучше бы съели. А яблочки вот эти, ну, как яблочки, ранетка, не ранетка, а что она там? Яблочки-то. Компот из моей. Короче, вылили. Ну а что тут особенного? Что тут такого? Есть, чтобы сказать, супер вкусно. Ну, знаешь, каждая лягушка блогерша хвалит свое болото. Я не лягушка. Не, ну вообще имею в виду образ. Галина Павловна. Галина Павловна. Вообще-то лягушкой меня еще не назвали. Да я не про тебя. Ты. Я вообще говорю, не каждая лягушка, каждый кулик твое болото хвалит. Ну каждый и кулик. Такая пословица. Ну я не кулик и лягушка. Я сказала то, что это на самом деле без прикрас, без всего. Если вот, ну, не получилось у него, так не получилось, он компот, это то, что теперь. Ну. Зато с газиками. Вот. Зато с газиками. Давай тушить не огорчение. Захотел компот, получи компот. Я еще говорю, я была против. Ну, правильно, каждый член семьи делает то, что ему захочется. Да? У нас солнечно. Игорюхин. Солнышко. Солнечно у нас, да, у нас тепло. Хорошо. Сейчас я огурцы эти отдельно покрошу. Я смогу перемешать в этом салате? Может, побольше салатики? Так и давай перемешаем уже, я тебе сразу говорил. Да это недолго помыть-то, господи. Просто достань там, наверное, внизу зеленый салат. Не внизу, не наверху, внизу, Игорь, внизу. Не там. Да где дудочки у нас лежат? Кошочки где лежат? А. Да, этот. Так этот еще меньше, что я эту ерунду? Братья? Конечно. Ну давай отсюда тогда салатики, я там тоже небольшая. И не перемешать бы. А что ты чашку-то даешь? Это не салатник, хотя бы. Ну возьми ту же красную тогда. Салатница нормальная, перемешивать. Да это не салатник, это простая чашка. Ну, пойди. Туда, я тебе доверяю. Подумаешь. Возьми ложку. Зачем? Ложку возьми. Вот и все. Ну, потом, конечно, что ё-моё, блин. Знаешь. Так, убирай её вообще мыть. На, ложку мне оставь. Ложку оставь. Ну что ты мне, на. Да, давай. Сюда. Ложку давай туда. Держи. Так. Вот и всё. А я что-то считала, что это большой такой талантник. Какая огурцы, потом еще масло перемешивать. Да. А там перемешивать начнешь, оно начнет вываливаться все с чашки. Так вот я так вижу. Ой, что эти семянки эти? Не люблю я эти семянки. Сейчас, может быть, уберем эти семянки. Урану. Ой. А потом семянки будем мыть. Вот так. Маленько хоть поменьше будет. Семянок. Не люблю я вот такие-то, чтобы бетянок это все было. Вот одеваться есть надо. Кушать надо. Кушать, никого не слушать. Опа. Вот так. Подальше. Yeah.
Ты семена убираешь? А? Семена убираешь, а зачем? Пусть я потом буду убирать, мыть и уберутся, мягко. Они мне не мешаются. Я вот краешку. Короче, огурчики. Огурчики. Да. Потом я как-то люблю это. Еще один. Вот такие они. Что тут у нас? Сейчас глянем. Огурцы, огурцы. Огурцы, цы-цы-цы-цы. Ой, как хорошо их. Вот эти семена кушать. Кушать. Опа. Так, а ты что? Кушать. О! Так, сыночка здесь же. Сыночка тоже тут присутствует. Я говорю, сыночка тоже тут присутствует. Я готова. Опа. Ну, еще один. Ну, такой бедненький. Нормально. Да я. Так. Вот это аккуратненько вот так сюда. Это все отодвинем. Чуть-чуть протрем. Солетик. Это маленько же их это, чтобы жидкость-то тут этот кусочек. Ты их специально в чашечку, я подумал, почему да, сразу нет, ты их куда? Да, надо было давно там ближе их порезать. Маленько. Не надо мне тут масло есть. Угу. Не надо ничего. Я не хочу майонез. Халясо. Ой! Вот. Сейчас я. Угу. Вы еще подтаяли, еще больше было. Так. Опа. Ну, последний. Ой, как хорошо. А кто еще тут у нас? Пиццам полью, да и все. Вот такой у нас салатик будет. Можно, кто любит пахучее масло. Маленько бы подтаял, чтобы было это. Надо еще чуть-чуть подойдем на пицце. Нормально. Ага. Бахуточки там можно брать. Обыкновенные бюджетные салатики. Неприхотливые. Не за, вернее, не то, что неприхотливые, не затейливые. Простые. Низкокалорийные. Бюджетные. Будешь пробовать? Давай, попробую. Да пойду. А там растор, я потом холодильничек уберу. Ну, вот такой. Ой, какой там. Давай, Екатерина Павловна, попробуйте. Оценит. Дайте. Так. Сейчас я просто оценю, я жрать не буду, я буду только оценивать. Пробовала. Так, обычно истинный сомелье сплевывает в тару, когда пробует элитные и неэлитные сорта вин, а жрамелье не сплевывает, а проглатывает. В данном случае я выступаю в роли жрамелье, это я придумал такое название давно. Я знаю, что ты сам придумал. Да, жрамелье. Так. Сперва да смотрим на дегустацию. Ну, настоящий жрамелье смотрит глазами. Подносит к носу. Пахнет вкусняшкой. Заглатывает в рот. Так,
Не кусает, послушай, не кусает. Много, надо помаленьку, чтобы распробовать вкус салата. Как сомелье. По зубам водит, водит, не жует. Как сомелье, он помаленьку, он сначала понюхает, помаленечку пробует, и сразу полную ложку раз в рот. Что ж ты уж попробуешь? А знаете, вкусно. И надо 28 раз прожевывать. Что? Есть вот такие. Обыкновенный салат. Вот эти самопровозглашенные ресторанные критики, знаете? Это те люди, которым делать нечего, они сидят, балду пинают, критикам, что ли, ресторанным стать. Приходят в рестораны и начинают пробовать. И эти звезды, как там ресторану присваивают. У нас сейчас там 17 ресторанов. Ну а там какие, господи, там... Я могу сделать, знаете, вот в один салат туда напихать все, что можно. И язык. И один у меня есть салат, и мясо, и язык, и, короче, все вот это на туда накрошить. У меня несколько таких салатов. Ну, это будем зимой, да, Игорь, когда у нас маленько разгребемся, там уже можно было... Когда будешь меньше на улицу ходить? Да, чтобы купить язык. Ну, язык, если купить надо будет, то его надо будет на два блюда сделать, то он на другом будет, наверное. Говяжий или свиной? Говяжий, а у нас свиные тут не продаются. Кстати, свиные, они вот такие вот небольшие, я их как-то готовлю. Ну, они, а говяжий-то, смотря какая-то, кого, может быть, вот такой язык, а может быть, поменьше. Теленок? Да, бывает, что, ну, в основном, большие или вот такие вот они такие. Мы знаем, как, что с ними делать. Фиг найдешь. Да почему? Сейчас будут забои осенью. Мне надо было ушек, я все хожу, как это, как беременная. Свиные уши хочу. Но я хочу нормальных, не таких, не замороженных, в смысле, не заветренных, а таких более-менее, чтобы были они это, свеженькие. Хочу ушек. Вот хочу. Сегодня пришла девчонка, опять говорит, девочки, ну опять почему же? Ну будут потом осенью возить, попозже. Я говорю, хочу, как деревня. Кальмаров нормальных нет. То есть, в городе надо искать. И то они замороженные, перемороженные, все такие стромные. Короче, вообще. Жемеле выносят свои родители. После... Почему хотя бы один раз, 28 раз, прошу? Нет, не, ну, это же... Положено. У тебя зубки молодые. Вот ну, раз, два, посчитай. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня здесь вот. Это у меня-то там нету вообще зубов. Три зуба, и те смеются по половинке. У меня были зубы, они смеялись, но они отсмеялись. Да кому у тебя там? Сколько у меня ты? Тоже зубов нет. Зуба два уже или три удалил? Больше намного. Ну, не половину уже зубов, правда. И те можно еще... Вот половину зубов нет, и еще четыре зуба можно смело удалять. А там еще четыре на подходе. Так что да. Можно все удалять и шам-шам. Угу. Ну, кушай. Ты перемешивай, потому что на дне остается масло. А надо перемешивать. Вот видите, горошек ушел у меня. Мятка это ушло, картошечки вот отварила, будем потом это. У меня еще там есть это фаршик есть, мелкую картошку надо отваривать, да и прямо это что-то с ней делать. Короче, то, что я купила эту курятину на 750 рублей, я ее на два пакета разделила. Все, на два раза, на два блюда. Квадратиками? А? Да, я отрезала, что там это, да вот на филе там порезала, что можно было, на мятко я имею в виду. А то, что это там косточки, вот эта кожица, я завтра замарканим, потушу ее, да и все. С луком, с морковочкой, томатной пастой будем есть. Да, Игорь? Ну, картошки я не буду добавлять, я сделаю в сковороде уж как-то так. А можно пару картошин туда добавить? Надо что-то кушать. Ну что, сынок, понямкал?
Понямка. Ну, еще понямкой. Время уже без 15:03, так что... Еще ложечку съем и все. Съешь, хватит. Да две ложечки. За маму, за папу, за брата, потом за себя. Четыре ложечки. За мусика. А, у нас еще 4 крыски, плюс 4 и 9 за одинку. Не-не-не. Да уж ты яйни салатик, сынок. Да ну иди кушай, сыночек, я наелся все. Поеду за... Да более здорово. Да ну, разве жалко, что ли? А, нет. Там как раз лучок прямо вот такой вот, он дрюненький. В холодильнику ты будешь кушать? Нет, я не хочу, я недавно поела. А тебе станет, покушай. Сварила капустный супик, еще 2 яблочка смякала. Не хочу ничего. Вечером тут. Ладно, на это чудесное, прекрасное, замечательное мнение. Ну, что там, ну... Ну вот, да, еще на раз напоить, да, хватит. Как раз по 3 ложечки хватит, наверное. Хватит кушать. Больше сегодня кушать я не буду. Ну, эти крылышки догрызешь вечером? Не, не хочу. Там ничего. Там ведь без 15:03 не хочу. Там хлебушек мясной есть. Настроение нет. Ты хоть это, а что у тебя настроение нет? Не знаю. Рядочки ложи, доложи, пока солнышко светит потихонечку. Кляди, да кляди. Кирпичики, ходи, да ходи. Ходи, ходи, кирпичики. У тебя будет башня. Однако высокая у тебя, если, ну, представь, сколько, 12 или 13 ритков. Тем не менее, 13. Ой. А ты какой хотела? А что, тебе завалюшка, что ли, какая-то? Это нормально и типично? Боже мой, Игорь! Нужно денежку откладывать, копить. Да, у нас откладывается, копится. Ну, мама откладывает потихоньку. По 2 копейки. Откладывает эти на нечего. Ладно, дорогие мои, переживем. Нечего плакать, все хорошо, у нас все нормально. Живы, здоровы. И да, есть крыша над головой. И спасибо на этом, будь под Богу. Ладно. Ой. Все живы, здоровы. Да. Ножки гудят. А там дойти доделывать. Там у меня растворочек с водичкой. Подмешаем, да. Ну потихоньку Домажу. Тебя никто не торопит. Ну меня торопит время. Да, вот пока погода стоит такая нормальная. Мне главное эту коробку сделать до снега. Вот эту коробку до снега. Ну, а все остальное... эту коробку до снега. А все остальное можно зимой. У тебя земелька есть, песок есть, эти есть, кирпичики. Цемент есть, водичка бежит есть. Ну, пока солнышко тает. Ладно, с вами были мы. Всем пока-пока. Приготовили вот такой вкуснячий. Салатик. Да, замечательный салат. Ну, обыкновенный. Замечательный. Замечтательный. Замечательный. Всем пока-пока, вкусняшек, отличного настроения. С вами были мы. Добра, мира, удачи. Все, пока-пока.